Привет, ребята! Сегодня я буду раскрашивать вот такие вот рисуночки. Так, вот такой. Вот такой. И, наверное, самый сложный. Вот такой. Здесь кошечка, собачка и собачка. За 2 минуты и... 10 секунд. И за 10 секунд. Значит, я засекаю таймер на своем телефоне. Вот, смотрите. Две минуты, 10 секунд. Сейчас старт будет. И за 2 минуты я буду раскрашивать вот такой вот рисуночек. Итак, начинаем. 2 минуты и 10 секунд, это вроде бы много, но на самом деле, когда раскрашиваешь, то чуть-чуть оно уже уменьшивается, как будто время. Так, здесь у нас я решила начать с мячика. Он будет вот таких цветов. Похоже на радугу, да? Так. У меня вот такие черные скетч-маркеры. Пишите в комментах, есть ли у вас скетч-маркеры и какого они цвета. Белые или же черные. Да. У меня черные 168 штук. Но для видео я выбрала... несколько. Так. Сейчас затикает. Тридцать минут. Так. Шарфик. Это слой несколько. А дальше вот так вот аккуратненько. Осторожненько. Ой, блин, сейчас затикает. Протикало. Ну что ж, вот такой рисунок, если что, это мороженка. Это за 2 минуты 10 секунд. Да, знаю, лохово, но ничего. Следующий рисунок вот такой. Я вообще не знаю, как я его раскрашу. Ну ладно, попробуем. Старт. Нужно, наверное, очень быстренько. Я начну с сердечек. Так, быстренько, уже 1 минута 34 секунды. Время убирается. Блин. Сейчас делаем любого цвета эту собачку. Я не знаю зачем, но взяла 2 цвета серого зачем-то. Блин, время вообще уже мало. Казалось бы, 2 минуты 10 секунд это так много. Но на самом деле, когда тебе недавно уже эти скетч-маркеры попали, то это совсем не так кажется.
Так, окей, у меня вот тогда будет серенькая собачка. Здесь, типа, будет светлее. Что я вообще от камеры убрала рисунок. Ой, блин, время совсем мало. Итак, у нас получилось вот так вот. Следующий рисунок. Ну, я думаю, его полегче будет рисовать. Итак, засекаем время. Хочу начать с волос. Блин, то открыла. Блин, на время. Мне уже очень мало остается. Времешко тикает. Да, вот это вот беленькое будет. Это у нас волосинка. Да уж, результат рук не очень. Так, быстренько-быстренько раскрашиваем. Результат, ребята, сейчас покажу какой. Такой. Ну все, пока. До скорых встреч. Чао, какао. Можете нажать красную кнопочку, если понравилось.